Ну, в первую очередь, я думаю, что скажу, что показали очень добротный футбол обе команды. Я поздравлю то, что он, в принципе, вот, сделал очень хорошую команду, своеобразную, так, которая имеет очень хороших исполнителей, значит, имеет свой стиль, вот, довольно такой атлетичный и вместе с этим довольно техничный футбол. Вот те футболисты, которые вроде бы и на второй этаже играют очень здорово, и тот же Бартон с большим потенциалом, тот же технически очень хорошо освещенный. Так что, конечно, значит, акцент сделан на то, что вот ни в коем случае нельзя было проигрывать, значит, единоборство. Вот в этом отношении я считаю, что мои футболисты справились. Я считаю, что мне нечего упрекать, потому что мы играли очень сильной командой и довольно хороший футбол показали. Вот, давай потом еще. Mən heç nə bunu demək istəyirəm ki, iki komanda yaxşı futbol, yəni belə məhsullar futbol nümayiş etdirdilər. Mən bütün adamsa təbrik etmək istəyirəm ki, belə komanda formalaşdırıb, yəni Qəbələ komandası özünə məxsus stili olan bir komandadır. Onlarda yüksək atletik və mübarizə aparacaq futbolçular var və hər bir fərdi icra yerinə, yəni fərdi Qalqa malik olan futbolçular var və mən ona görə də futbolçularıma demişdim ki, yəni mübarizədə udulmamaq lazımdır və mən öz futbolçularımı dünya bilmərəm, yəni onlar yaxşı futbol nümayiş etdirdilər. Ну, если по игре говорить, то я думаю, что начали неплохо. Значит, и я думаю, что чуть-чуть еще можно было, значит, повнимательнее играть пас, короткий пас. Вот. Повели в счеты, и я думаю, что значит, после гола, конечно, все-таки психологически футболист всегда, значит, осторожничает, понимаете, когда гол забивает и ведет счет, он всегда как бы оберегается и больше, значит, меньше и рискует, и больше играет просто. И в этом отношении мы потеряли инициативу, мы потеряли мяч. Вот, и дали, в принципе, отдали инициативу Габалу, который, в принципе, особенно начало второго тайма, они хорошо, значит, прижали нас. Но я считаю, что после гола мы как бы сделали, я думаю, что хорошие замены. Очень здорово вошел особенно Эльнур Абдулов, который, в принципе, очень сильно обострил игру. И мы опять перехватили инициативу, значит, и могли уже в конце, значит, если чуть-чуть порасторопнее были бы, могли бы и забить. Но все-таки я считаю, что по игре, наверное, результат по игре, значит, я думаю, что ничья это такой результат. Вот, и я поздравлю опять всех и футболистов, и болельщикам, то, что они увидели, я думаю, что очень хороший футбол. Спасибо. Onun gəldikdə son deyərdim ki, gol vurduqdan sonra biz psixoloji planda biraz ehtiyatlanmağa başladıq və bu da təbii ki, təşəbbüs əldən verdik və Qəbələ komandası bizi bir neçə mövqələrdə, yəni mövqə sıxışdırmağa başladı. Amma biz sonra yaxşı uğurlu əvəzetmələr etdik və bu müəyyən mənada təşəbbüsü ələ keçirdik və bəzi anlarda hətta hesabı qoruya artıra bilərdik, bir balaca israrlı olsaydıq hesabda yəni artıra bilərdik. Мен не деблерам, я фарк команда на табличке лира. Тони Адамс и я Габалу желаю следующих играх удачи. Good luck. Тони Адамс, в следующем году.